Ну а закончим программу традиционным опросом. Оксана Стяжкина взяла микрофон, отправилась на улицу и там подходила к кировчанам, вот примерно такой походкой, и спрашивала: «Дорогой прохожий, а не мог бы ты похвастаться?» И что характерно, ей не отказывали. Похвастайтесь чем-нибудь. А я шутник. Покажите. Нет, еще не скажу. Я не знаю, просто вашего уровня там чувство юмора. Я хотел сказать, давай, что сдал бутылки и пошел в банк. Ну, не знаю, прокатит ли. А я классный мужчина. Докажите. В данный момент нечем похвастаться, хотя классный мужчина. А мы с моим супругом скоро открываем новое заведение, очень интересное в городе Кирове. Да я уже устарел хвастаться. А я умею играть на скрипке. Докажите. У меня родилась дочь недавно, 13 числа. А у меня очень добрая и смелая семья. Но мы ничего не боимся, даже в трудную минуту мы сможем все сделать. А у меня по математике 5, ну, отличный, как бы, по математике. 4 на 4? На 16. Молодец. Доказал. А моему внуку 14 лет. Поздравляю его, желаю ему здоровья. А я спортсмен. Доказывайте. Курящий. А у меня бицуха офигенная. Показывайте. О, нормально. А у меня есть сын и дочь. Я очень ими довольна. И своим мужем. Муж у меня золотой. Работает, работает и работает. А я рад, что весна наступила, и народ радостный ходит. То есть жизнь удалась.